и Мэйс Кидс. Почему февраль – самый короткий месяц в году? Календарь, по которому мы живем, пришел к нам из Древнего Рима. В те времена год начинался с марта месяца. Во время правления Юлия Цезаря было установлено, что четные месяцы должны длиться 30 дней, а нечетные – 31. Февралю необходимое количество суток не досталось, поэтому у него было 29 дней. Юлий Цезарь также установил, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Поэтому было решено, что в феврале будет 29 дней и только один раз в 4 года 30 дней. И первым месяцем в году стал январь по приказу кого? Тоже Юлия Цезаря. Как же так, спросишь ты? Ведь в феврале 28 дней. А еще есть четный месяц август, у которого 31 день. Как же так вышло? Седьмой месяц июль получил свое название в честь Юлия Цезаря. Восьмой месяц август был назван в честь Октавиана Августа, тоже императора Римской империи. Римские чиновники по политическим соображениям решили уравнять заслуги обоих правителей, и оба эти месяца получили 31 день. Нужно было только одолжить лишние сутки, еще у какого-нибудь месяца. У какого? У самого маленького месяца, февраля. Поэтому у него осталось 28 дней, а в высокосном году 29 дней. А у тебя есть друзья, которые родились 29 февраля? Напиши плюсик в комментариях под этим видео. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на наш канал. А теперь выбирай, какое видео будем смотреть дальше.